Как называют жителей Курска? Там с курицей что-то связано. Курчане? Потому что не куряне. Ну, понятно. Понятное дело, вот именно. Подпишись. Перед началом какой знаменитой битвы произошел поединок Пересвета и Челубея? Я не знаю. Ну, давай, Челубей и кто еще там был? А битва-то какая была? Где они дрались-то? Какой царь вообще правил-то в это время? Ева, только голову не опускай. Ты хорошо шла, хорошо. Так. Ты просто подумай, чтобы было хорошо. Следующее. Какое море самое мелководное на Земле? Море. Море. Ну, там красное есть. Может быть, черное. Может быть, азовское. Давай свой ответ. Азовское. Ну, ты вообще молодец. Следующий вопрос. Какой минерал самый твердый? Как он? Не алмаз, а как он? Вот именно он и есть. Алмаз, да? Ну. Как хорошо. Ладно, следующий вопрос. Какие леса преобладают в зоне тайги? Господи, как их называют там? Есть у нас широколиственные, это не то. Сейчас. Хвойные леса. Хвойные леса. Ладно, давай следующий вопрос. Это последний, и будем думать, выиграешь ты или нет. В какой стране находится город Шлиссельбург? Санкт-Петербург. Вот именно, потому что он там недавно стал страной. Да. Что такое электрический ток? Мы усилили, но, блин... Все очень просто. Это сила, с которой... Что там движется? Движутся электроны. И... Протоны. Электроны и протоны. Куда? Что означает знак минус в третьем законе Ньютона? Минус. Все логично. Да. Вопросы для третьего класса. Да. Ты чем-то расстроен? Нет. Я не знаю, что ответить. Когда умер Никола Тесла? Точно не знаю. Не побеждаю. Ты расстроена? Нет. Почему? Потому что мы учимся на чем? На ошибках. Вот именно. Подпишись. В каком веке создано ядерное оружие? Ну, тут просто век выбрать. Давай какой-нибудь ближайший к нам. 20 век. Ну, как бы не 19-й. 19-й, да. Ну, давай из двух-то выберем. В 19 веке. Отлично. Давай следующий вопрос. Это был пробный, ты нам подходишь. Столица Англии. Лондон. Столица Франции. Париж. Столица Италии. Рим. Столица Германии. Берлин. Столица Дании. Копенгаген. Столица Австралии. Канберра. Столица Турции. Анкара. Столица Монголии. Улан-Батор. Столица Испании. Мадрид. Столица Китая. Пекин. Какое событие произошло на Руси в 988 году? Крещение. Чего? Руси. Давид, ты нервничаешь? Нет, я не знаю просто. Давай следующий вопрос. Да, крещение Руси. А что ты так нервничаешь? Ну, конечно. Все, крещение Руси. Хорошо, следующий вопрос. Как звали главного бога восточных славян? Ой, я в богах не шарю, конечно, может быть. Но я живу сейчас в Брянске, поэтому я не знаю. Какой ответ-то будет? Какие есть боги? Перун, например, есть. Ра там есть. Что-то там еще есть. Перун. Перун, потому что из этих двух как бы ты решила что-то побольше выбрать. Ну, это просто логично. Моя логика. Отлично. Следующий вопрос. На каком континенте находится гора Килиманджаро? Килиманджаро. Это... Из кино. Австралия. Потому что там и рек нет, и вот еще гора находится. Да, я думаю, Австралия. Хорошо. Следующий вопрос.